Ну вот наши автопутешественники на территории центрального телевидения. С приездом, дорогие друзья! Как доехали? Спасибо. Доехали-то, в общем, мы хорошо. Должен сказать, что это мое «в общем» совсем не относится к Запорожцу. Мы выехали, как вы знаете, 2 марта утром из Запорожья, и расстояние в 1160 километров думали покрыть со скоростью, средней скоростью 60-61 километр в час. До Орла мы доехали, выдерживая график. Машина шла великолепно, плотно держалась на шоссе. И мы в Орле мечтали в тот же день, поздно ночью, в Москве, к 12 или к часу, быть уже в столице. Но тут началось то «но», которое наш приезд задержало на много-много часов. Где-то около Мценска мы попали в затор. Затор этот получился только потому, что снежные заносы местное дорожное руководство вовремя не расчистило, и между Мценском и Плавском создалась такая пробка, в которой застряли буквально тысячи груженных товаром и важными материалами машин. На этой дороге, заснеженной и мало расчищенной, некоторые шофера стояли по 4 дня. Ну, я полагаю, что за то, что случилось на этой автотрассе Москва-Симферополь, за чье-то разгильдяйство, кто-то все-таки должен понести ответственность. А теперь я бы хотел несколько слов сказать о машине. Я автолюбитель, и за эту дорогу, откровенно говоря, очень полюбил новый Запорожец 966. О самом Запорожце, я думаю, что расскажет водитель-испытатель завода, в прошлом неоднократный чемпион страны по авторалли Феликс Гориславский. Пожалуйста, Феликс. О машине я много говорить не буду, потому что я сам представитель завода, и каждый автолюбитель, который приобретет этот автомобиль, он сам узнает и все увидит и почувствует за рулем этого нового ЗАЗ-966В. Сейчас наш коллектив, став на трудовую вахту в честь 50-летия Великой Октябрьской революции, выпустить 7 ноября около 7 тысяч автомобилей. К концу года автолюбители получат подарок. Наш завод выпустит 10 тысяч новых автомобилей ЗАЗ-966В. И так с каждым годом будем наращивать мощности с тем расчетом, чтобы к 1970 году увеличить намного выпуск нового Запорожца ЗАЗ-966.